2019-yil 1-yanvardan boshlab O'zbekiston soliq tizimida yangi qo'shilgan qiymat solig'i keng joriy etilmoqda. Bu avvalgi soliq tizimidan va avvalgi soliq solish uslubidan qanday farqlanadi? Endilikda qo'shilgan qiymat solig'ining joriy etilishi narxlarga ta'sir etadimi? Ayni paytda tarmoqdagi gaplarga qaraganda, cheklarda qo'shilgan qiymat solig'i ko'rsatilmoqda va narxlar oshdi degan sarosima bor. Mavzuni yanada yaqinroq o'rganish uchun biz mutaxassis, tadbirkor va soliq qo'mitasining vakillariga murojaat etdik. Сейчас многие, вот 1 января пришли, 1-го, 2 января и так далее, пришли в магазины и получают чеки, где стоит в том числе НДС. Многих это пугает. А многие боятся, что именно на эту сумму возросла цена товара. Не надо бояться, потому что НДС у нас не возник 1 января. НДС у нас был уже многие годы. И по многим товарам производители, поставщики платили НДС. Просто этого не было в чеке. То есть это все равно входило в стоимость товара, просто это не указывалось в чеке. И, кстати, и указывать чеки не обязательно. Если вы где-то НДС не встретили в чеке, это желание розничной торговли указывать или не указывать. Кроме того, имейте в виду, что даже те, кто не платил раньше НДС, а сейчас начали платить, они платили единый налоговый платеж. ЕНП. А это тоже входило в стоимость товара. Кто оплачивает все налоги? Оплачивает конечный потребитель. И это тоже в чеках не указывалось. Теперь вместо ЕНП будет платиться НДС. Совершенно не обязательно, что из-за этого вырастет цена. Көпчілік есіден шықолған. Өзі қанда қылып, өзі қожылген қиыман солығы собланады. О, қанда қылып, нарқыға барады. Чүнкі о, қожылген қиыман солығы умуман қаражатларға ол болмас керек. Тоғыры, о, нарқыға, ого, уже нормально махсулатны пайдасын кемайтириш мүмкін, рентабельность кемайтириш мүмкін, лекин тан нарыгыга таасир кылган солык эмес да у. Яна уман тан нарыгыга кошулган кыймат солыгы таасир кылмайт. Лекин ягона солык төлөгчүсү у энди уже кошулган кыймат солыгын тан нарыгыга алып барады, чүнкү зачёт кыла алмайды. Ягона солык төлөгүнү эми уже каражатларга алып барады. Яна у тан нарыгын ашырады. Лекин кошулган кыймат солыгы у уман бухгалтерияда эми хисоптоп да эми у тан нарыгыга алып барылмайт да. Яна каражатларга алып бармайды. Шу үчүн мана-мана шу жерде биз азыр уман салык төлөөчүнү эми, салыкчылар эми, чүнкү өзүбүздө эми салыкчылар уман кошулган кыймасын эстен чыгарып жатканда, уман кандай кылып саналады? У нарыгы таасир кыладымы, жокмы деген сурооларга өзүбүздүн салыкчыларда эми бир катар муамалалар бар, түшүндүрө алмайды. То есть то, что в чеках появился НДС, это ни о чём не говорит, не говорит о том, что цена обязательно выросла. Теперь давайте подумаем, на какие товары цены могут вырасти или какие, может даже сократиться или не измениться. Вот распространенные товары, которые покупают потребители в розницу, это импортный товар. Импортные товары, когда они завозятся, проходят через границу, там, в принципе, они должны облагаться НДС. Другое дело, что у нас было много льготников, которые НДС не платили. Но вот если НДС все-таки был уплачен, вот давайте рассмотрим эту цепочку. Завезен импортный товар, на него налагается НДС. Раньше этот товар с НДС шел, скажем, оптовая компания, она платила единый налоговый платеж, еще плюс 5%. Было 20% НДС, плюс еще 5% единого налогового платежа. Потом розничная компания, торговая точка, это покупает и продает со своей наценкой. Там у ЕНП был 4%. Вот считайте, 20%, здесь 5%, здесь 4%. То есть это все входило в стоимость импортного товара. Просто в чеке это не указывалось. Это, причем 4-5% на всю стоимость. Вот, вот это импортный товар с 20% НДС, плюс еще 5%. Потом еще плюс 4% розничной торговли. Теперь вы платите НДС, и оптовик, и розничная компания платят НДС, но они при этом делают зачеты. То есть ранее уплаченный НДС, он вычитается. И в результате по большинству импортных товаров цены не то что не вырастут, они могут даже в какой-то мере чуть-чуть сократиться. Но я думаю, что в большинстве случаев они просто останутся неизменными, потому что НДС там сидел. Ничего сильно не изменилось. Но если все-таки это были льготные товары, они были освобождены от НДС, а теперь надо платить, то там, может быть, цены и вырастут. Но это неизбежно, потому что нелогично, когда какие-то производители освобождаются от налогов, какие-то не освобождаются. Какие-то поставщики освобождаются, какие-то не освобождаются. Это разрушает конкуренцию. Все должны одинаково платить налог. Qishloq xo'jalik mahsulotlari haqiqatdan ular yagona yer soliq to'lovchisi, ular umuman qo'shilgan qiymat solig'i to'lamaydi. Endi ayrim
8 turdagi mahsulotlar ko'proq o'sha rasmiy savdo do'konlari orqali sotadigan mahsulotlar 8 turdagi u o'zi ishlab chiqarilganmi o'sha savdo do'konlari sotayotgan mahsulotlar vaznamakas qarori bilan qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilindi. Bu o'sha go'sht mahsulotlari, non mahsulotlari, yana 8 turdagi mahsulotlar bu baliq, kartoshka, piyoz, tuxum, guruch, shakar, non mahsulotlari. Ya'ni bular o'sha qishloq xo'jalik mahsulotlaridan kelib chiqqanda ozod qilindi. Endi qolgan qishloq xo'jalik mahsulotlari nima bo'ladi degan savol turibdi. Endi haqiqatdan qishloq xo'jalik mahsulotlari asosan dehqon bozorlari orqali savdo qilinadi. Ya'ni u yerda u qismda hali biz uni soliqqa tortish, qo'shilgan qiymat solig'i to'lasin, boshqa degan narsalar yo'q, bundan qarasa. Keyin yana qishloq xo'jaligidagi nooziq mahsulotlarchi. Endi nooziqda asosan kiyim-kechak, masalan, tekstil nimalarda, endi tekstilda ham juda ko'plab imtiyozlar bor bugungi kunda. Yana umuman ayrim sepochkada biz mana nimani priyajada yoki bir nimada nimaganda даже nulovoy stavkalar ham bor u yerda. Endi biz o'rganyapmiz buni haqiqatdan to'g'ri, noto'g'ri yoki qanday bo'lish kerak. Ya'ni eng asosiy bizga mana shu kiyim-kechaklarda ham narxlar oshishini oldini olmaslik yoki keskin oshmaslik uchun qanday bo'lish kerak o'zi? Umuman tekstil sanoatni barqaror ushlash uchun nimalar o'zi xarajatlarni oshiradigan nimalar o'zi? Что с переработкой сельхозпродукции? Здесь тоже проблема. Почему? Потому что переработчики, например, те, кто делает консервы овощные, да, консервы, те, кто делает джемы и варенье, те, кто готовит еду, система общепита. Или сок. Сок делает. Те, кто из хлопка делает пряжу ткани, готовые изделия. Они все плательщики НДС. А фермеры НДС не платили. Значит, следующие звенья взять за счет не могут. Вот тут налоговая нагрузка возрастает. Вот в этих секторах цены могут увеличиться. А эта проблема решаемая, ее надо было решать, но, к сожалению, она в прошлом году не была решена. Qayta ishlab chiqarish endi masalan juda ko'plab qayta ishlab chiqarishda masalan sutni qayta ishlab chiqarish umuman ular qo'shilgan qiymat solig'i to'lamaydi masalan soliq kodeksi bo'yicha. Yana bir qator qayta ishlab chiqarish korxonalari soliq imtiyozlar borda. Uni endi bir hozir ro'yxatini perechini qilib chiqishimiz kerak. Hozir buni o'tirib hisob-kitob qilyapmiz. Ya'ni biz imtiyozni bekor qilishda birinchi navbatda biz o'ylayapmiz, umuman narxlarga ta'sir qilmasligi kerak. Ikkinchidan aholini daromadlari to'lov qobiliyatiga ta'sir qilmas kerak. Mana shu nuqtai nazardan bir ko'ryapmiz, o'sha soliq imtiyozlarini biz tayyorlaganmiz. Buni endi baribir birdaniga hammasini bekor qilib bo'lmaydi. Uni sekin bosqichma-bosqich qilamiz. Lekin birinchi navbatda bizga hozir barqaror narxlarni barqarorlik kerak. Odamlarni daromadi sezilarli pasayib ketmas kerak. Mana shu ikkita prinsipdan kelib chiqqanda biz buni sekin-sekin bosqichma-bosqich qilamiz. Nimada muammo? Muammo biz hammamiz aytyapmiz, gapiryapmiz. Lekin realni hisob-kitob qilganda yoki bir qog'ozga tushirganda haqiqatdan shundaymi yo'qmi? Birinchi aniqlashimiz kerakda muammoni. Shundan kelib chiqqanda keyin biz qo'shimcha masalan uni qanaqadir muammolar bo'lsa yechimini topishga harakat qilamiz. Misol uchun aytaylik, mana o'sha hozir mana aytgandek konkretroq narsa ostatka qolgan. Biz NDS sotib olingan. Endi NDS bilan uni sotish kerak. Bu muayyan payt bozorda narx ko'tarilishiga olib kelmaydimi? Qo'shilgan qiymatsiz agar olingan bo'lsa u o'zi narxi o'zi past bo'lgan bo'lishi kerak. Haqiqatdan qo'shilgan qiymat solig'i hisobda o'qimasdan hech qanday unga nima qilinmagan bo'lsa narxi o'zi past bo'lishi kerak juda hozirgi bozor narxlaridan. Chunki bozor hozir shunday bo'ldiki, u ostatkada bormi yo'qmi ishlab chiqaruvchilardan kelib chiqqan holda u narx shakllanib bo'ldi bozorda. Bo'ldi, yana ichida o'sha qo'shilgan qiymat solig'i bilan sotyapti bozorda. Shuning uchun agar haqiqatdan umuman bes o'sha kimda import bo'ladimi, ishlab chiqaruvchi bo'ladimi, u qo'shilgan qiymat solig'i bilan agar ishlab chiqarilgan bo'lsa, u narxi juda past bo'lishi kerak. Ostatkadagi o'sha nima mahsulotlarda. Shuning uchun u qo'shilgan qiymat solig'i bilan hozirgi bozorda agar sotayotgan nimalar o'sha narxga tenglashishi kerak. Shuning uchun bu yerda biz hozir haqiqatdan bu o'zimizni gapirayotgan gapimiz to'g'rimi noto'g'rimi biz bugun ertalab man bu topshiriqni berdim. Men o'ylaymanki bugun kechqurungacha ular hammasini to'liq bir tahlil qilib menga beradi. Shundan kelib chiqqanda biz ko'ramiz haqiqatdan bu
aytilgan gaplar yoki soliq to'lovchi haqmi, soliqchi haqmi, buni yana bir marta biz korxonalar misolida, ya'ni biz borib korxonada o'tirib, buxgalter bilan bitta-bitta hisob to'playmiz ularni. Ya'ni nimada muammo? Вот система общественного питания очень важная отрасль в Узбекистане. Она важная, потому что она обслуживает население. Мы все привыкли питаться в кафе, в ресторанах. Мы все привыкли организовывать какие-то торжества той в этих учреждениях. Это во-первых. А во-вторых, это очень важная сфера с точки зрения туризма. Туристы приезжают в Узбекистан, в том числе, чтобы хорошо покушать. У нас замечательная кухня. А если мы хотим расширять сферу туризма, мы хотим привлекать больше туристов, мы должны подумать и о секторе общественного питания. Это очень важный, повторяю, сектор для экономики Узбекистана. Но, к сожалению, и к моему большому удивлению, вот наши государственные финансы, Министерство финансов, Государственный налоговый комитет как-то очень непонятно, особенно относятся к этому сектору. Если вы возьмете налоги, которые платит сектор, например, в прошлом году вот единый налоговый платеж платят все предприятия, все малые предприятия и сектор общественного питания в обязательном порядке все платят единый налоговый платеж. Но для производственных предприятий это 5%, для розничной торговли это 4%, а для сектора общественного питания 10%, в два раза больше. Хотелось бы как-то рассказать, что такое общепит, не с точки зрения ощущения человека, который пришел и купил блюдо в два раза дороже, чем его себестоимость, которую он делает у себя дома. То есть вот здесь нужно понимать, что общепит – это такое же производство, как и любое другое в Узбекистане. Что для того, чтобы из риса и мяса сделать плов, или там для того, чтобы из мороженого куска какой-нибудь вкусной рыбы сделать блюдо, нужно не только производственные линии, дорогие пароконвектоматы, плиты, всевозможные приборы, миксеры, я не знаю, там, блендеры, что-то еще. Нужны, конечно же, высококвалифицированные специалисты. И если мы говорим о, на мой взгляд, немножко такого, знаете, неком неуважении к общепиту со стороны многих государственных ведомств, что у многих у них возникает ощущение, что мы заведомо какие-то очень богатые, много скрываем своей прибылью. Хотелось бы просто, вот, знаете, даже обратить внимание, что на самом деле, в отличие от магазина, у нас есть зал продаж, в котором должны люди разместиться. В хороших ресторанах они еще и хорошо задекорированы, там стоит красивая дорогая мебель, красивая посуда, интерьер, картины. Конечно же, это очень дорогое ресторанное оборудование. Это не только плиты, конвектоматы, пара конвектомата, холодильники, шоковые заморозки. Мы сегодня в хорошей конкуренции стали конкурировать уже даже такими нюансами, знаете, потому что ресторан – это театр. И не только от того, какой кофе готовит ваша кофемашина, но как оно бурлит, шипит, какой звук она издает, знаете, это... Вот, и, конечно же, это все стоит денег. И нам приходится платить гораздо большему количеству персонала, потому что мы сервисная группа. Ну, я говорю в данной ситуации о ресторации. В кафе немножко проще, но на самом деле и с нынешним налогообложением немножко сложнее. Очень хочется объяснить многим, даже, знаете, не просто объяснить, я говорю искренне, я готов нескольким министерствам официально подарить по маленькому ресторанчику с жестким обязательством 5 лет его не закрывать. Вот нету прибыли, все равно работать. Нету прибыли, из кармана начинать платить. Тогда, наверное, сложится чуть-чуть другое отношение к нам. Хотя я понимаю, что на самом деле только диалог, только наш диалог, только наши совместные вот такие вот беседы, только они могут позволить нам достучаться друг для друга. Я понимаю их проблемы, что действительно нужно создавать возможности для нормального бюджета, и что единственная возможность – это попробовать вместе с нами, так скажем, выжать из нас больше налогов. Но, знаете как, лучше не выжать из нас больше налогов, а дать нам возможность открыть больше предприятий, и мы с удовольствием эти налоги заплатим. И вот, наверное, тот компромисс, который мы сегодня пытаемся достигнуть в сегодняшней реформе. Вот логику я не могу понять. Это что-то иррациональное.
Ну, логика заключалась, может быть, в том, что в секторе общественного питания достаточно большая доля теневой экономики. Но, и как бы финансовые органы говорят, вы скрываете с налогов, поэтому мы вам назначим больше налогов. Но эта логика порочная. Энди бу битта Өзбекистанда эмас. Но бутун дүнйөдө. Бутун дүнйөдө умум оокатланыш тизими 50-50 шейди. Яны 50% умумен xomashyo, o'sha ketadigan mahsulotlar, qolgan 50% unga qilinadigan ish haqi xarajatlar. Bu bekorga masalan biz 10% qoldirganmiz yo'q, masalan o'sha soddalashtirgan soddalashtirgan qo'shilgan qiymat solig'ida ham 10% qoldirganmiz yo'qdi, chunki bu dunyodagi barcha o'sha boshqa davlatlarda ham o'sha umum ovqatlanish korxonalarida daromadlik rentabel darajasi yuqori. Hamma umum dunyoda. Shuning uchun qayerda daromad yuqori bo'lsa, u yerda ko'proq soliq to'lash kerak. Daromad past bo'lgan joyda kamroq soliq to'lash kerak. Shu nuqtai nazardan mana shu tizimni, mana shu stavkalarni biz bekorga bu stavkalarni o'zimizdan o'zimiz qo'yganmiz yo'q. Butun o'sha boshqa xalqaro valyuta fondi bilan o'sha Jahon bankining mutaxassislari bizga misol darajasida ular O'zbekiston olgan yo'q. Lubo nimani boshqa bir davlatlar umuman qaysi ba'zan o'sha McDonald'smi boshqa bir nimasi muvaffaqiyatlanish nimasini olib, ularni o'sha daromad xarajatlarini kelib qancha rentabelsa, qancha o'zi qaysi stavkada soliq to'lasa to'g'riroq bo'ladi degan savollarga ularni taklifini biz o'rganib chiqib, haqiqatdan ularni hisob-kitobi bizga O'zbekistonga to'g'ri keladimi yo'qmi degandan kelib chiqdi buni. Бу ставкаларны нима кылды? Кирти. Не просто там договориться, а хочется попросить их посмотреть на нашу отрасль, знаете, вот действительно под микроскопом, чтобы понять, что ну, мы никакие не контрабандисты, мы такие же предприниматели. Вообще все платили 5%. Почему общепит 10%? Мне за 10 лет никто не объяснил. Ну, у вас там много скрытой выручки, поэтому вы будете платить 10%. Ну, так же нельзя. Ну, давайте уже юридически разговаривать. Вот. У всех 5%, ну, мы ничем не хуже, мы такие же предприниматели. Более того, мы как раз-таки основной локомотив для того, чтобы развивать туризм. Ну, турист, понимаете, он приехал, переночевал в гостинице, провел 2-3 экскурсии, дальше он 2 раза в день должен покушать, а лучше 4, в хороших, вкусных ресторанах. Он должен в конце, если это турист, не которому 70 или 80 лет в автобусе с палочкой, а если это турист, который еще потенциально может стать инвестором, чтобы он пошел в хороший ночной клуб, познакомился с интересными ребятами, потанцевал с ними, затусил, поехал с ними, не знаю, в Чимган покататься на лыжах, летом там поехать на червак покупаться, на скутерах, но, ну, все же это у нас есть, но вот турист должен почувствовать, знаете, вот это вот, то, что мы все любим, этот кайф страны, что гостеприимная, вкусная, радушная страна, где можно найти все, что угодно. Когда вы назначаете высокие налоги, еще больше стимулов, чтобы от них уклоняться, правильно? Если такие, на, такие высокие налоги, значит, никто их платить не будет. А в этом году, и эта порочная логика повторяется, потому что у нас предприятия, которые остаются на едином налоговом платеже, малые предприятия, с оборотом меньше миллиарда сумм в год, они платят единый налоговый платеж 4%. А для сектора общественного питания 8%. Почему? С какой стати? Если вы возьмете концепцию налоговой реформы, там ничего подобного нет, там указано, все должны платить 4%. Но вот для сектора общественного питания делается опять исключение, причем не в лучшую сторону. За что наказывают сектор общественного питания, я не понимаю этой логики. Вводится, кроме возможности уплаты НДС, есть возможность уплачивать предприятиям, у которых не такие большие обороты, до 3 миллиардов сумм в год, плачивать так называемый упрощенный налог на добавленную стоимость, упрощенный НДС. Опять-таки, для производственных предприятий 7%, для предприятий розничной торговли 6%, а для общественного питания 10%. Почему? Почему опять сектор общественного питания здесь находится, дискриминируется? Инда Тора, Мазан, Бзда, Иштабч Харашке, Мазан, Божда, Бзкау Гуганда, Унуч, Умбеш Фойс, Иди, Ягона Солтолова. Энди ишлаб чыгарышка ойлоп кылганбыз, уларга стимул беребиз деп, уну 13дан 5 кеше түшүрдүк. Лекин умум оокатланыш солык ставкасы ошо 10%дан турду. Яна 10% бу жерде умум оокатланыш ишлап чыгарыш 5% көпүрөөк ушлап калынды деген ар кыл саволлор ам турупту. Лекин асына алганда ошо башында ягона солык төлөп өткөндө стартта башында бир кыл болгон. Деярлык умум оокатланыш пасыраган болгон.
А мана шунаган охирги бир 10 йил ичида солиқ сиёсатида мана шунаган ҳар хил ўзгаришлар бўлиши бу ўша ишлаб чиқарилган шунча тушурган билан уни қўллаб-қувватлаган, рағбатландирган йўқ. Яъни кўпроқ ишлаб чиқариш нима қилган йўқ. Фақат рақобатни бузилиш ҳисобига фақат халақит берди, бўлди. Энди мақсад битта. Ҳамага тенг шароит қилиб, ишлаб чиқариш ҳажмларини ошириб, маҳсулотни кўпайтириш. Chunki nima bo'lgan? Masalan, o'sha yagona soliq to'lovchi stavkasini pasaytirgan, lekin uni yukini O'zbekenergo, neftigaz yirik korxonalarga olib borib qo'ygan. Chunki byudjetga shuncha pul tushish kerak. Tushish kerak bo'lgan pullarni yirik korxonalarga soliq yuki qilib qo'ygan. O'z navbatida ular keyin xarajatlari oshib, daromadlari kamayib, foydasi kamayib, investitsiya kiritmaganda elektr energiyaga, gazga bo'lgan talabi pasayib ketavergan. Второй удар, вторая проблема для сектора заключается в том, что основная масса, как сказать, ресурсов, которые они используют, это продовольственные товары с рынка, да? То есть мясо, мука, фрукты, овощи, они все освобождены от НДС. Соответственно, зачет сделать по НДС нельзя. Соответственно, если это, например, крупный ресторан, которым больше 3 миллиардов сумм, он должен платить общий НДС 20%. За счет почти ничего сделать нельзя, ну по электроэнергии можно сделать, по каким-то импортным товарам можно сделать, но по основной массе продуктов за счет сделать нельзя. В результате придется платить налог с очень большой стоимостью, не с добавленной стоимостью, потому что не со всего сырья можно сделать за счет, а добавленная стоимость плюс вот это сырье, с которого за счет сделать нельзя. Это нелогично, это еще больше увеличивает нагрузку на сектор общественного питания. И к чему это приведет? Это приведет... Два варианта. Либо у нас очень сильно подскочат цены в этом секторе, либо сектор опять уйдет еще в более глубокую тень. Производители сельхозпродукции либо были бы насквозь по всей цепочке освобождены от НДС, то есть и они освобождены от НДС, и производители, и уже посреднические фирмы, и, да, конечно, покупатели, вся цепочка была бы освобождена от НДС, такой проблемы не возникло. Либо уже надо сельхозпроизводителя наделить НДСом, и тогда вся цепочка не будет обрываться, потому что в сегодняшней ситуации получилось следующее. Ресторанная компания, оборот которых свыше 5 миллиардов сом, то есть это уже вот 2, 3, 4, 5 ресторанов, они сегодня платят 20% НДС, но более 50% продукции, которую они используют для приготовления блюд, это продукция сельхозпроизводителей. И так как она не обложена НДСом, получается, что для нас вот в этой части НДС является налогом с оборота. И если он раньше был у нас 10%, а сейчас 20%, то в два раза увеличенные налоги заставляют нас зарабатывать, к сожалению, в 4 раза меньше прибыли. Асоса, бу умовқатланиш корхоналари ва ерик савдо дуконларида ўша қўшилган қимат солиғи ҳисоблаб нарх ошадими ёқми деган саволлар бўлиши мумкин. К чему это приведет? Это приведет два варианта. Либо у нас очень сильно подскочат цены в этом секторе, либо сектор опять уйдет еще в более глубокую тень. Предприниматели уходят в тень. Не потому, что они такие жадные, не потому, что они плохие, а им нравится не платить налоги, им нравится быть вне закона, а потому что правила игры в официальном секторе такие, что просто там зачастую выжить нельзя, выполняя эти правила. Мы все-таки... рестораторы понимаем, что нам нужно все-таки вести диалог, стараться друг друга услышать, пойти на какие-то компромиссы. Мы очень ждем июля месяца, потому что в июле, говорят, будут какие-то пересмотры. Ну вот, хотелось бы еще до июля, если это возможно. А еще лучше... Вы всегда вот стремились сделать вот такой вот какой-то вот групп, ассоциация всех ваших ресторанов в одном компании, в одном юридическом лице. А как дальше? Тяжелый вопрос. Тяжелый вопрос, потому что на сегодняшний день Караван Групп перешел порог в 5 миллиардов, и он должен быть, по идее, на общеустановленных налогах. Но никто, конечно, нам не запрещает взять и разбиться снова на 6-8 маленьких предприятий, новых, которые будут до 3 миллиардов, и тем самым смогут платить уже не 20% НДС, а так называемый упрощенный НДС, да? Вот. И тогда мы сможем просто, грубо говоря, оптимизировать свою налогооблагаемую базу. И, скорее всего, конечно же, мы будем делать так. Но я хочу обратить внимание, что самое главное сегодня, что очень выгодно нам в первую очередь, но и, в принципе, то, что хочет видеть государство,
мы не будем поднимать цены несколько месяцев, мы будем пытаться на этих ценах выжить. Потому что, вы знаете, вызовы – это всегда хорошо. Когда тебя выводят из зоны комфорта, приходит самое интересное решение. Вот для нас сейчас есть необходимость в оптимизации. Будем смотреть поставщиков, у которых есть НДС, будем искать компании, где можно купить более дешевый товар, при этом не в ущерб качеству. Будем больше использовать импорта, потому что по импорту есть зачеты. Ну, в общем, сейчас, наверное, не только у нас, а у всех, даже не только рестораторов, а вообще у всех предпринимателей, у всех бизнесменов, стоит вопрос оптимизации налогов. Ну, вот мы будем активно пытаться найти для себя такие возможности. Не-не, ну мы же узбеки, мы же всегда оптимисты. Знаете, худо холоса потихонечку, куда-нибудь придем, да, так тихо-тихо. Поэтому, не-не, оптимизм, кстати, нам вообще узбекам не отбавлять, потому что, знаете, есть самый дорогой ресурс, который есть в Узбекистане. Есть трудолюбивый народ, который хочет богато жить, который готов для этого много что делать. Не только работать сутками, но еще и думать, договариваться, выходить на какие-то компромиссные решения. Поэтому я думаю, что вот этот ресурс основной, такой самый мощный, кстати, ресурс Узбекистана, мы должны его максимально использовать, и думаю, что у нас все получится. Я ожидаю пересмотра. Если говорить обо мне, я ожидаю пересмотра, потому что мне кажется, что он будет гораздо более конструктивен и рационален и для государства, и для бизнеса. Вот я уверен, что таких, как я, много, которые там, ну, месяц-два не поднимут цены. Но вот в этот момент мы ждем не просто, что нас услышали, а что нас услышали, пошли с нами на встречи для того, чтобы мы показали, что вот здесь нам уже очень тяжело. Пожалуйста, пойдите на уступки. Мы сейчас строим свое будущее вместе с вами, да, и чиновники, и бизнес, одну большую благополучную страну. И вот те инициативы Шавкат Мирамановича, которые сегодня мы видим, да, которые очень яркие, и мы очень в них верим, что ему удастся, им уже не удастся без нас все это сделать. Поэтому в первую очередь нам надо быть одним целым. Ну вот, вот как-то так. Я говорю, нужно совместно работать. И не сидя, знаете, в каком-то кабинете. Вот была хорошая встреча у нас недавно, когда мой друг Батыр Айвжанов сказал, что вот ведомство, вот оно вот так вот думало, приняло решение и вот так вот из башни сверху выбросило. А там народ за этой башней поймал это решение, теперь думает, что с ним делать. Нет, нужно открыть все стены и начать друг друга слушать. Например, если мы говорим об отрасли общепит, давайте соберем весь общепит. Я не знаю, ну, не, конечно, такого масштаба, как там Джамш Таварович или Мубинакя. Кто-то, вот, я не знаю, на уровне города. Соберем общепит и скажем, господа, как мы можем наладить конструктивный диалог для того, чтобы выполнить и те задачи, которые предстоят перед государством, и те задачи, чтобы общепит сегодня не растворился под вот этим вот натиском, гнетом большой государственной машины, потому что, ну, знаете как, из нас можно сделать из молодых цыплят табака или там из яичек яичницу, но один раз. Зачем? Дайте нам возможность стать хорошими большими курами, которые будут и яйца давать, и цыплят создавать. O'ylaymizki, uchala tomon ham dadil va jonli muloqotni olib borishga tayyor va ular albatta dialog hosil bo'lishini xohlaydi. Yana biz 2019-yil o'rtalariga borib soliq kodeksini yangi tahrirda qabul qilishni kutmoqdamiz va ungacha mana shunday muhokamalardan o'tgan holatda mukammal va biz uchun aniq kerak bo'ladigan kodeksni kutib qolamiz.